Фу. Итак, всем добрый день. Это погодное видео. Сегодня дикая жара. Людей никого нет, машин тоже мало. Вообще никого нет. Сейчас думаю, где-то 4 час. Может даже где-то 10 минут. 4 или 5 минут. 4. Идем на пляж. Температура воздуха плюс 40, наверное. Как всегда. У нас жара в это время. Самое пекло. Хотя нет, люди идут на пляж. Или пляжи вот идут. Тут бесплатно парковка. То есть парковка. То есть не круглосуточная. Не знаю, правда, сколько стоит. Но тут сейчас пекло, ребят. Фу. Это здесь парк. Это не как у нас в Липецке, или там в Москве, или где-то еще, или в Воронеже. Тут еще жарче, чем где-нибудь в центральной России. Тут жара еще сильнее бьет, чем у нас. Сегодня утром дельфина увидел, и то очень мало. Жалко, что не возле меня. Я бы, наверное, вообще испугал. Наверное. Может, нет. Но дельфин был большой. Очень большой. Ну как большой? Полтора метра где-то. Очень красиво был дельфин. И тишина на улице у нас. Вообще никого нет толком. Хотя люди идут. Жара дикая, сейчас немножко мы постоим. А то что-то я расшварился просто. Не, люди все равно на пляж идут. Песок, наверное, градусов 60. Я так думаю, потому что дикая. Это просто жесть. Хоть сильно сильный ветер, обещаюсь. Посмотрим. С утра не такой сильный ветер был. Завтра и в понедельник обещает сильный ветер. Ну там до, я смотрю, до 7-8 метров в секунду ветер будет. Днем. Так что. В принципе, это немного. Это нормально. Посмотрим сейчас, как у нас там на пляже людей. Да, наверное, мало, как всегда. Ну, в центральной ДЖМТ-1, там всегда много народу. Скопление народа очень много там. Отель Ванилью.
ну и гора. Дикая гора и ветер. Это капец. Тут продают домашние персики, виноград, либо там, по-моему, есть что-то еще. Да, ребят, никого нет. Идем через проход Панчинат родник. На той родник. Чуть не упали. По такой горе, конечно, можно свариться. В Амелии. Вот. Так и не посмотрел, сколько он стоит. В районе где-то 4000. Как минимум, я думаю, ну, с бассейном тут нет. Тут я в прошлом году финики собирал. Ну, в этом году не знаю, поспеет ли до моего отъезда или нет. Потом во вторник уже попробую собрать их, немножко поесть. Фу, ну и жара. А вот тут вообще ветра нет. Песок, наверное, просто как угли на костре. Градусов, наверное, 50. Это мой даже боль. Бархан тут высокие довольно. Хотя вот высокие, тут низкие. Волейбольная площадка есть тут. Можно в волейбол поиграть. Проход на пляж и на той родник. Нам между Амелией и между родником. Будем проходить. Ну а мы продолжаем. Народу сегодня полно. Очень много народу. Там вот особенно очень много народу. До сих пор. А у нас тут очень мало народу, кстати. Ну и сейчас через секунду продолжим, ребят. Так что ждите. Так, ну а мы продолжаем, ребят. Бедрого отдыха. Салак 3. Ну, мне кажется, буду с ним салак 3. Ну и пойдемте к морю. Сейчас будем купаться. Ну и одно померяем воды. Да, вода. Опять водоросли пришли. Утром их практически не было. Ну вода теплая, сразу говорю. Вода где-то 30 градусов будет. Как минимум. Тут еще водоросли. Да, водоросли, водоросли. Сейчас мы сюда пойдем. Мы сюда пойдем. Мы. Просто он. Но у нас пока этот лягушка меняет воду. Ну, 30 градусов. Точно, ребят, будет море. Только что
Все водоросли, ребят. Водоросли, водоросли, водоросли. Везде. Вот давление. Вот чуть-чуть. Ну все, мы не можем купаться. Кто у нас боится? Бойтесь, это. Ничего, стрелку нет в этих водорослях. Так вот. Да я особо у меня тепло. Еще теплее вода становится, чем в таком водоросле. Мне надо хватит. Я пока лето нашел. Давайте все дальше все пройдем. Посмотрим. Вода будет на территории. Сейчас не надо вместе. Дальше куда моет 26-25 будет совсем далеко туда. А так, в принципе, народ тут полно купается людей. Там вообще муравейник. Ну не так уж много, но муравейник. По сравнению у нас тут вообще никого нет, так что можете приходить купаться, но правда, кто у них плавает, там лучше там или дальше плавать. Так как я не очень умею, вообще не умею плавать, так что для меня вот это по колено, как я, для меня это райпра. Вон еще рыбки, скопление рыбок, сейчас мы попробуем разнять их. Не, давайте поменять температуру, погнали. Минуты. Минуты, две, я замолчу. Вы пока понаблюдайте. Водоросли, это не дверь, так что это не как кости, потом чажа одна была, черная, непонятно что. Так что имейте это в виду, не бойтесь этих водорослей. Самолет один за одним, пока я дошел, три самолета пролетело. Три самолета пролетело. Ну все, я замолчал.
32 градуса. Это еще больше, ребят. 32 градуса. Вот вот. Это 32 градуса моря. Ну, 31-35. Вообще, блин. Море 32 градуса. Наверное, молоко просто, блин. Надо маме пойти отдать. Потому что... Ух ты. А тут, кстати, там мелко вот. А тут он глубоко, прям глубоко. Больше, чем по колено. Российский купон ходит. Привет, мы воду закупаем. Сегодня везде воду закупаем. Море просто. Какое море? Такой воды есть. Сколько я тут переезжаю 6 лет подряд. Не было, ну максимально было 27-28. 30-31 градус, 32 градуса моря. Никогда такого не было. Я не помню, что было такое море. Блин. Ну, за счет воды ушли. Ну не поэтому море теплое. Поэтому тут и скопление рыбы очень много. И дельфины атакуют утром в основном. Рыбу. Маленькую, как я вам
показал был недавно вот покупки рыб. Они атакуют рыб, поэтому возле людей иногда перешинку бывает. Такие вот мелкая рыба, когда я в основном. Рыба полно. Рыба полно маленькую. Кто вообще в этом году не поедет? А что с рыбой? Поддержите меня. Я за вас отдыхаю. Хоть 8 дней, так и 7 дней, неделю. Это просто кайф какой-то. Получается. Я нашел мишку, где можно. Ну, вообще мне гарантии более. Поэтому они гниют, и мы тогда самое худшее, если их не убирать. А так, в принципе, это нормально. Я считаю, это, ну, как бы, ну, природа, а что я поделаю. Ко мне еще все сюда приходит, как. Боковое течение идет, вот с ночи прям от меня. Очень хорошая ночь, видно, с севера востока. Все могу съесть. Пойдем только не бьют. Я потом еще искупаюсь там. Там не очень удобно бежать камеру. Искупаться. Но мы идем к берегу. Боковой ветер. Похоже, ветер. Это нет. Оттуда ветер опять. Не такой плохой ветер. Ну что. Потом пойдет похолодание, знаете. Ну, 27-28 будет. Вот, когда я уеду. Во вторник, потом в среду будет уже похолодание. Небольшое. Вовремя я уеду еще. Да, тут прямо. Водоросли. Прям болото целое. Ну, ничего не поделать. Природа есть природа. А мы еще немножко... Thank you.
не кормили воды и пески. Там вот где-то частей моря можно найти его озеро. Все зеленое. Водоросли. Всем пока-пока. С вами был Евгений. До новых встреч, до следующих видео. Всем удачи, всем пока-пока. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Также, кто хочет поддержать канал, все ссылки в описании, можно подписку на канал. Не забываем нажимать колокольчик, чтобы не пропустить другие видео или прямые эфиры. Часто. Это было погодное видео. Привет вам и смотрите центральные статистики. Она под Жматовичем. Всем пока-пока. Так, еще раз всем привет. Сейчас вам покажу толпу. Народик. Там же что творится. Центральный математик.